Отвечай! Вы на канале Мисс Кейти. И мы сегодня пробуем что? Корейскую еду. Нашли огромный магазин с корейскими продуктами. Накупили там кучу всего. И сейчас будем это пробовать. Да! Ну давай, угощай, мама. Сейчас. Готовы? Да. Прошу. Давай. Так, Катюша, и это тебе. Мне? А это Катя? Ого. Ну, в общем, угощайтесь. У меня макок. Я, кстати, даже в интернете вводил, что такое этот макок. По-русски практически ничего нет. Манго. Это манговая желейка. Должно быть вкусно. А у тебя? У Макса какие-то печенюхи. Хоум ран бол. Это не печенюхи. А что это? Попробуй. Можно? Вот. Кусочки солей. Желейка, да. Ну, я до своего пока еще не дойду никак. Она хрустящая, с шоколадом внутри. Катя. Спасибо. А я пожалуйста. У Макса классно. У Кати тоже классно. А давай мое. Что такое вот этот макок? Катя. Оп. Шарики как в шаре были. Да, 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 да. Это и есть тот чай. Чай с шариками. Так. Фу. Мама, что ты мне подсунула? Понюхай. Оп. Есть, получилось достать маленький. Это же осисяй. Там какой-то осисяй, что-то внутри жесткое. Там внутри волокна какие-то. Короче, оно не вкусное, не сладкое, еще и жесткое. Невозможно есть. А вот это Катины какие-то телепузики или что это такое? Это телепузики. А такая желейка. Держи. Давай, мама, дальше, а то у меня какое-то невкусное. Папа, тебе давай. Сок. Сок из тростника. А, из бамбука. Точно. Катя, тебе покайо. Это из сахарного тростника у меня сок. Катя, какие-то печенюхи покайо, а у Макса... А у Макса я не знаю, какой стороной их показывать, так? Или так? Держи. Так, я уже пробую свой сок. У меня должно быть же что-то вкусное. Из сахарного тростника сок. У меня опять невкусно. Сладко, но это как-то так непонятно. Так, вот Катины... О, ты долопалась, смотри, что ты сделала. Видишь, все поломанные твои, покайо и медведи. А у тебя обычные печенюхи? У меня самое необычное. Да. Что, невкусно? Соленое. Вот Катины печенюхи, тут какая-то лиса ушастая. Медведь, покайо и еще что-то. Какой-то зверек. И на вкус как крекер. Они должны быть сладкие вообще. Вот это вкусно. Ого-го. А я у Кати нашел тут медведь, лиса, и покойо, и пингвин. А сейчас следующий. 1, 2, 3? Да. Прошу, папа. А что мне опять что-то непонятное? Прошу, Катя. Какие-то огурцы маринованные. Ой, я прошу, желейка. Макс. У Макса что? Вот. Кая джем какой-то. А у меня какие-то сосиски. Нет, это редька вообще какая-то маринованная. У меня свит банана. Это бананы в сахарном сиропе. Это у меня что-то непонятно. А у тебя кая джем. Тут сахар, яйца, вода, кокосовая какая-то пудра. Ну давай, вот такая вот штука. Сейчас будешь пробовать. А ну, папа, я тебе даже ложечку дам. Пожалуйста. Трубочкой. А, у тебя с трубочкой. У Кати самое крутое. А ну покажи. Фруктовое желе. Даже по-русски написано. Макс уже пробует свою вот эту джем. Кая. Как Кая? Не очень. Сейчас я попробую, скажу. Мы когда были вот на Тенерифе, мне нравились жареные бананы такие, запеченные. А сейчас еще... Фу. Ну что они такие вонючки? Катя. В прямом смысле слова. Можно я у тебя попробую? Они, наверное, не спелые бананы туда кладут, что ли? Точно. Хрустящие, твердые бананы. Можно поменяется. Ой. Сладкие. Но они напоминают картошку. Тебе, думаю, понравится. Короче, бананы, как вареная картошка, точно. Пробуй. Вареная картошка. Но сладкие. Как тебя достать? Они приклеились. О, вот кусочками. Вот такие вот кусочки бананов. Они, наверное, не спелыми, как-то там сварили их в сахаре. И они такие жестковатые. И тут вареная картошка. Попробуй. Пробуй. Давай так. Это бананы в сахарном сиропе. Спелые обычные бананы вкуснее. Детям везет, а мне все время какие-то эксперименты. Пробуем еще Максимина и будем что-то новое. Папа, ты ее даешь? Я пробовала. Оно как заварной крем. Сладкое, вкусное. Вот реально его можно где-то в какие-то пирожки добавлять.
пирожки. Тебе не понравилось? Мне даже очень-очень сладкое. Ощущай новые продукты, ощущай. Что-то новое. Это васаби? Это будет Катя. Катя, тебе васаби, пожалуйста. Я люблю. Это будет Максу. Ой, это не васаби. Что это такое? У Кати это рисовые роллы дочь. Красивые. У Макса папе корень будет лотоса. Вот это. А мне что? Я не люблю такое. У меня какие-то глазурованные, но не сырки, а свинячьи хвостики. Мама, ты приколистка. Кстати, вот это что у Макса, вот оно красивое. У Кати тоже. Корни чего? Лотоса. Корни лотоса? Да. А что это за растение? А какое-то растение вкусное, не знаю. Вот такая вот плитка. Вот такие вот роллы прикольные. Они ломаются? О, их можно поломать. Смотри, раз, раз. Может, это мороженое? Я думаю, они из рисового теста. Вот, вот. Мороженое из рисового теста. Очень давай, Максимина, откроем. Давай. Они вот эти штучки, Максимины, очень необычные и красивые. Они имеют какую-то форму такую, как будто бы печенюхи. Или специальной формы. Но оно или что-то необычное. Я даже хочу попробовать. Оно, наверное, сладкое. Оно... А? М? Угощайся, вот пап. Такая штучка прикольная. Угощайся, Макс. Вкуса никакого вообще нет. Что так хрустит там себя? Катя, как тебе твои роллы? Только рисовая мука, внутри с какой-то начинкой. Я так понимаю, в этот раз у меня будет самое вкусное. Вот, тут еще какой-то соус есть. А если они вкусные? Даже очень съедобно. Можно попробовать? Да, просто жирненькое такое, необычное. Только не красиво, да? Угу. Вот, выбирайте, какой тебе хвостик. Вот такой? Да! Какого суди? Вот мясо есть, вот сало. Выбирай, что тебе нравится. Да. Дай мне хвостик. Выбирай. Папа, вкусно? Угу. Даже ничего. Ну все, рекламная пауза, мы грызем хвосты. Ощущай. Встретимся в следующем раунде. Где наша сисяй? Катюша первая. О, Катя, наконец-то что-то интересное. Макс, тебе Frozen. Макс Frozen. И папе вот такие кудряшки. Это что, не тараканы? Нет, это медузы засушенные, наверное. Ой, да. У меня корейские эти крекеры. Я первая даже себе. Это мое. Отдай, отдай. Мое. Отдай, мое. А это мое. Такие вот. Крекерюшки. У меня жареные в масле сладкие крекеры. У тебя? Кстати, это твое любимое блюдо. Это кимчи, корейская капуста. Я что ли такое люблю? Да. Пробуй. А что за Frozen? Это. По-моему, Максу что-то подсунули. Это маршмеллоу, только... Подожди, какой маршмеллоу? Твердое. Какое-то хрустящее, сладкое. Может, это вообще в напиток добавлять? Вот, это надо заливать каким-то молоком, и получится какао. Да? Давай делать! Вот вам стаканчик. Где наш новый пакетик? Ты засыпешь, давай. Вот тебе ложечка. И сейчас попробуем, что за сноумеллоу. Пробуй, скажи, как оно, вкусно, нет? Вкусно, я делаю. Да? Да, я попробую. Ой, очень сладко. Ну, реально как какао. Твоя капуста, она ждет тебя. Кимчи. Корейская капуста. Ну, попробуй, что ты. Она обычно не перченая. Давай я попробую. Я кальчину еду пробую. Густящая? Ощущай, поехали дальше. Поехали дальше. У меня виноградный напиток, у Кати какие-то цыплята или яйца, а у Макса личи, гамми личи. У тебя что-то очень вкусное. Так, опять пакетик. Макс уже достал свои личи, я тоже хочу твое. Осисяй цыпленка доставай. Они такие мягенькие, реально желейки-желейки. Сейчас попробуем. Вот такие-такие. Угу, мне такие тоже нравятся. Это печенюшки, смотри. Так, Кате надо дать личи. Держи, это твое. Должно быть тоже очень вкусное.
Вкусно. И это все запить моим напитком. Макса, и у меня вкусно. Смотрите, какая пробка прозрачная. Это газировка. Убегала. А реально резьба совсем другая, левая какая-то. Вот это закрывалка. Где она, шарик? Ой, туда внутрь шарик упал. Вон он, вот он, стекляшка. И как он держится там? А там вот тонкая штука такая. А ну. Ты выпил его? Его по неосторожности можно и проглотить. Прикольно. Это сюрприз такой? Я не знаю. А сейчас следующий раунд. Это для дамы. Кокопальм? Это какой-то напиток. Надеюсь, это не энергетик никакой. Это тебе, папа. Так, это для меня. Кукурузные какие-то штуки. И тебе, Максим, вот такая креветка. Это целый кит, а не креветка. Это чипсы. Это целый кит, а не креветка. Огромные штуки такие. Так, кому помогать открывать? Мои штуки вот такие. Ага. Помоги. Оп. А ну. Вот такие вот чипсики. И что тут? Да, это чипсы с ароматом креветок. Но они какие-то хрустящие, не как чипсы, как кукурузные палочки, да? А, рисовые. Рисовые. У меня какие-то кукурузные палочки с зеленью. Пахнет сладко. Как? Ну, необычный на вкус. Они какие-то солено-сладкие. Тут и соль есть, и сахар вместе. Ну, если честно, не очень. Катя, пробуешь свой джюс? Да. Должно быть вкусно. Нет? Вкусно. Обалденно. Катя что-то... Это самое, даже виду не подало. Оно очень вкусное. Я сказала вкусно. Да? Вон, Макса теперь не оторвешь, да? Супер! И тоже с желейками вижу, да? Кубики белые. Как там надо говорить? В этом раунде победил сок. Да. Осисяй. Папа, следующий это раунд. Тебе. Следующий раунд. У нас что там? Pure. Какой-то пьюр. Непонятно. Макс, это тебе. У Макса крутое, смотри, какое. О! Что нарисовано? Вот это. Дуран. Катя, у тебя какие-то пирожки это дуряна. Тебе. Пусть Катя дает. Вот что у меня. У нас пропал третий участник. Макс, дуриан даже вкусный может быть. У меня кислые виноградные желейки. Желейки, я люблю. Прилетел, отдай сюда. Это мое. О, ой, звездочки и сердечки. Можно? Угощайся. Они кислые. Спасибо. Это на любителя. Я не очень такое. Я хочу вот этот дуриан. Да не убегайте вы, никто же вас не заставляет кушать. Оно воняет. Да не воняет оно. Вот это по-любому должно быть что-то очень интересное. Нет. Ready to eat, то есть оно готово к употреблению. Это, похоже, рисовые вот эти пирожочки, но с дурианом, с начинкой. Вот, угощайся, Макс. Вот такие вот пирожочки. Ну что, замороженные, да? Во. Я люблю кислоту. У них даже форма дуриана с такими вот как пупырышками. И аромат? Никакой. И аромат не очень. Дети, не ешьте, да. Фу. Свежий дуриан, по-моему, был даже вкуснее. Это еще и такое, постоявшее в холодильнике. В мусор. Ты хочешь попробовать дуряшку? Катя будет пробовать дуряшковые пирожки. А я пока покажу. Делайте мне. Катя. Там начинка. Самое вкусное это начинка. Тесто это обычное рисовое какое-то, а вот начинка это дуриан настоящий. Тут есть, в общем, желейка манго, клубника и личи. Что это? Что? Это дуриан. Клубника. Король фруктов. Тебе клубнику, да? Тебе что? Я клубнику и вот это клубника.
клубника. Ага. В общем, все, открываем и пробуем. Я все вкусно. О, смотри! Теперь клубничку и личи. Вот такой набор прикольный, смотрите. Ня-ня-ня. Обалдеть. У меня клубничка. Даже не хочется кушать такую красоту. Макс, как тебе, вкусно? Еще наверху так. Угу. Смотри, как оно клево. Давай хоть попробуем, какое оно на вкус. Твердое что-то. Может, там кусок личи, косточка какая-то. Дети, вкусно? Да, вкусно. Кто победил в этом раунде? Желейки или дуриан? Это и это. Точно. Это и это. Поехали дальше. Начнем с рынки. Это кому? Кате. Шоколад. Вот такое что-то папе. Уай. И вот это ой, Макс. Ки-ки-ки, тебе не вкусное. Не, подожди, тут надо воды добавлять. Это мисо-суп. Как это, типа как кофе в пакетике, а тут суп в пакетике. Добавляй воды и суп готов. У Макса, а, я читал, что это. Ну попробуй, скажи. Ну съедобное, Макс. Оно съедобное, да, но... Но есть одно но. То, что его невозможно отгрызть. Потому что его надо жарить. А ну вот, смотрите. Они полупрозрачные, как будто бы пластиковые какие-то, прозрачные. Пап, вот так надо. Ба! Руками! Да, ломаются. Надо будет их пожарить, а то так их кушать невозможно, как будто пластмассовые. А пожаренные должны быть вкусные. Давай откроем твои. Что это? Это какие-то... Посмотри сюда. Какие-то куриные ножки. Я думал, это сладость, но это не то. Это печенюхи, похоже, не сладкие, вот таких вот разных форм. А у меня сладкие оранжевые глаза. И открывается прикольно, наверное. Раз. Давай еще раз. Раз. Давай, высыпай. А я свой суп... Смотрите, белые, желтые. Они классные. Они классные. Они, вот это красное, это томатное что-то. Как томатная паста. Не, не перченый. А суп мой это на 8 порций. Я не представляю даже, что там внутри. 8 порций супа в одном пакетике. А, вот он. То есть вот это вот один пакетик, это одна порция супа. Пап, смотри, мастер-класс. Вау. Что такое мисо-суп? Это какое-то такое, как будто бы его уже кто-то кушал. Его разбавляют водой. Да, и приятного аппетита называется. Да! Там какие-то водоросли или грибы непонятные. Доширак по-корейски. Оно супер соленое, наверное, мало воды добавил. Ощущай, кушать давай. Ощущай, Катя. Напитки, фроузен. Макс. Какие-то фрукты. Папа. А у меня лекарство что? Непу, Рэдбу. Energy drink, это точно для папы. Я где-то читал, что вообще Red Bull, он где-то в Азии там был изобретен. Прикол. Папа. Что? Это что за фрукт? Кстати, у меня прозрачный он. Это фрукт гуава. Такая красивая бутылочка, давай, да? Давай откроем. Да. Да. Оп, я аж попробую. Нет, неплохо, неплохо. Я скривился, аромат незнакомый, а сам вкус неплохой. Попробуй, на вкус классно. Скажи, кисло-сладенько так. Пап, красивая бутылка. Угу. А мне даже просто сладенько. А да еще, мне понравилось, реально понравилось. Не пьется, пап. У Макса напиток даже как будто бы с мякотью. Такой густой-густой, очень классный. Смотри, реально с мякотью. У Кати. Фу. Да? Я не пойму, что это. Барли какой-то, вода. Ну, в общем, это что-то полезное, потому что невкусное. Да. Не пойму, с чем. Вода, короче, какая-то, с какой-то... Настоянная на воде, на каком-то зерне, на пшенице, что ли. Только красиво, да? Угу. У Макса вкусно, пробуй. А у меня Red Bull реально как лекарство. Сейчас я полечу. Папа, давай... А давай рисуем фотки. Я вот никогда не знал, какого цвета Red Bull. Теперь буду давай знать. Смешаем твои смотрим.
Давай. Не надо, не надо, я хочу попробовать. Он реально как апельсиновый сок. Ой, он реально как яблочный сок. Пахнет? Подлей этих соков. Мурка! Уйди, пожалуйста, дорогая. Мурка, уйди. Уйди, Мурка. Я не знаю, я Red Bull не пил давно. По-моему, он газированный у нас идет. Тут без газов. Мурка! Ненок, ну, посмотри на кошку. Она решила показать всем свой хвост. Именно на камеру тебе надо это все делать, правда? Макс вечно шляпу теряет. А Red Bull пьешь как сок какой-то. Сейчас дым сушай, все, сейчас я когда полечу. Поехали дальше. Ну что, попили, можно и поесть? Да. Это папин. Папа. Какие-то дрожжешки сахарные, наверное. Это Катя. Тапиока первый. Катя красивая. Какое бе? Я вот это, можно мне? Оно такое вкусное. Да, давай тогда. Все, мы с Катей поменялись. Детям конфеты, а папе пирожки. Вот мои штуки. Это как эти, как это оно называется? Бонжуры, да? Ой, сэндвичи. Это открыть тебе. Как по-французски. Привет. Бонжур. Бонжур. Вот такие вот у меня бонжуры. Бонжур. Это привет по-французски. Угу. Вот такие вот зеленые сэндвичи, матча. Не знаю, матча, какой-то зеленый чай. Пап, открой, пожалуйста. Так, это мои. У Кати непонятная тапиока перл. Это мяги. Это мяги. Обращайся. Ой, они мягкие. Раз, два, ой, два, три, четыре, три, много набирай. Пять, шесть. А у Макса? Семь. Конфетки. Это нуга. Я уже мягкая. Один попробовал. Короче, у Макса тут самое вкусное. У меня тоже. А у Кати? Так, ты пробовала хоть, не? Не пробовала. Ну, попробуй. А, это нуга, только она с этим, с арахисом. Раз. Короче, в этом раунде побеждают мои пирожки. Ну, вкусно. Твои? А Катя себе взяла? Самое невкусное. Его надо ждать, чтобы оно раскисло в воде. И это тогда, наверное, получатся какие-то желейки вот эти, что ли. Что попадется сейчас нам? Максу. Максу что-то красивое. Катя. Да. Папе. Папе, как всегда, дринки. Крис Сен-Земун Ти дринк. Короче, у меня какой-то чайный напиток. Мама, ты Макате ничего не дала? Какой ужас? А? Что делать? Значит, Катя просто посидит в этот раз. Нет. У меня есть. Фу. Ну какой-то что-то совсем невкусное. А у Кати, похоже, сделай сам. Ну как тебе напиток? Сделай сам. Вкусно, невкусно. Непонятно, да? Короче, у Кати надо лепить конфеты. Вау! Можно слепить каких-то заяц. Это ледовый пластилин. Да, есть вот такой вот розовый. Я буду лепить конечка. А там есть уже готовые. Можно конфеты на палочке сделать. Сейчас мы сделаем. Вот это пластилин. И еще вот такой вот желтый. Там форма. Вот палочки. Вот так их закрываем. О, зайка реально клевый. И кто-то еще. Непонятно. Вот такие вот два друга получились. Зайка и кто-то непонятный. Угощайтесь. Да. Хочешь? Я хочу... Катя сама себе сделает, да? Угу. Я сама хочу. Жалко такую красоту кушать. Ну как тебе, Катя? Я еще не пробовала. Видишь? Катя сделала своего зайку. Оп. Так, я открываю Максимину коробку. Это манго. Это что-то супер вкусное. Манго джелли. Вау. Оп. Вот такой вот красивый набор манго желеек. Это прикол. В пакетике вот такая вот штука. Видишь? Очень ароматная. Все. И прикольная. Ой, козайка. Кать, ты это видела? Макс, ты пробуешь такое? Да. Вот твое. Какая вижу. Какая.
Очень прикольная, да? Мы готовы продолжать? Пусик летает, папа. Мурка летала только что. Катя. Пусик летает. Максу. Кате какие-то пирожки. У Макса конфеты. Папе, как всегда. А папе, как всегда, дринки какие-то. Экспериментируйте над папой. Пусику нравится, что мы тут пробуем. У меня опять какие-то как... Куксо, Дэн, Кэн, Макколи. Короче, какой-то напиток у меня. Я уже начинаю. Конфеты? У меня газировка, что ли? Фу. Мне кажется, оно скоро... Помоги, пожалуйста. Перебродившее что-то. Пап, кушай в пакете. Оно сладкое, как то ли квас, то ли пиво. Вот что-то такое, непонятно. У меня сюда мягкое. Пап, открой, пожалуйста. Это что? Коробка. Вот у Макса какая-то колбаска. Смотри, какие-то сосиски. А у Кати пирожки. Что это? Какие-то сосиски или что это? Соленое. Это хрустики. Соленые. Может, это для кошек, а не для нас. Может, это для собак, а для кошек? Нет, это не для собак, не для кошек, это для людей. Для азиатов, которые вот в Азии живут, им всякие такие штуки нравятся. А ну? Ой, что-то мягкое. А ну? Подожди. Оно не сладкое, да? Опять какое-то креветочное. Бумага съедобная. Катя, рыбное. Можно? Оно реально рыбное. Да, кушай, кушай. Какой-то рыбный крекер. А давай лучше Катин пирожок попробуем. Вау, мягкий. Вот. У Кати такая клевая конфета эта. Я не знаю, на вкус, но на ощупь она очень приятная. Смотри, Катя. Да. Видишь? Как ты спрашиваешь. Ну как, вкусно? Я еще не разобрал. Ну неплохо. Оно сладкое? Пап, смотри. Мне что, нравится? О, клюв! И с ней сладости. Они не очень сладкие. Такие нежные. Смотри на Катю. Ты сейчас, ты вся в пудре. Ты вся смешная в пудре. Сладкая ты моя. Или это не пудра? Это мука. Будем. Очень вкусно. Последний осюсяй. То есть последний раунд. Папа, для тебя мороженое. О, наконец-то! Ну что ты у меня все забираешь? Для тебя, Катя, розовое айскрим. Что-то. У Кати розовое. И для тебя, Макс, что-то такое. У Макса самое крутое. А это не алкогольное? Это надо аккуратно пробовать. Это салют. Катя, вонючка, забирает салют, у меня все. Папа. А у меня delicious-ли. Delicious-ли, это значит, папа, что супер вкусно. Салют, салют, салют. Ага. Давай откроем твой салют. Может, это реально шампанское? Да, я, может, сначала сам попробую. Эй, мама, ты, по-моему, не то дала. 19,6 оборотов. Это вино. Вино Black Raspberry. Как это? Ежевичное. Меняем. Максим. Прости, вино мы пить не будем. Еще крепкое, 19 оборотов. Давай что-то другое. Папа, Максим, ой, для тебя вот нет, это. Это мое. Мое это мороженое. А тебе розовые штучки. Катя, смотри, какая вредная. Ой, как мне быть с этими детками? У меня все отбирают, самое вкусное. А? Папа, а? Украшение как корейское. Буква Е русская. Это супер красивые какие-то пирожки с иероглифами. А у меня красиво обалденные вот такие вот пончики. Посмотри на меня. Мурка, это не тебе. Вот такие вот красивые пончики розовые. Она прям рвется сегодня. Я пробую свой пончик. Розовый внутри. Опять же, ничего не понятно. И внутри какая-то сладкая фасоль. Давай посмотрим, что внутри. Давай посмотрим. Угу. Я так и знал. А теперь мое мороженое. Мое. Я поделюсь. Оно не пахнет ванилькой, как обычно. Давай сделаем кучу. Кучу? Ну, аккуратно.
О, прикольно. Так, ложку дай. Это вулкан извергается. Точно. Ой, какая красивая ложка. Ой, что-то лепится. Мороженое. Макс, как твои пирожки? Вкусно. А с чем они, сладкие? Сейчас я попробую это вкуснящее мороженое. Теперь чувствуется ванильное. Но на аромат не было аромата вообще. Даже вкусно. Даже давай очень. Давай его завалим. В общем, последний раунд, мама, был самый такой интересный и вкусный. Хорошее окончание нашего ролика. А это мы оставим на потом. Рекламная пауза. Нравятся такие видео? Если нравится, пишите плюсик в комментариях, и мы найдем еще какие-то необычные продукты и попробуем вместе с вами. И китайскую башню. И еще задача на внимательность. Кто заметил необычную бутылку? Напишите, от какого напитка она была. Поставь лайк! Лайк! Не забудь подписаться на канал! Пока-пока! Пока! Пока! Пока!